Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании. А ведь что происходит на самом деле? Петр Алексеевич искусно создает кризисные ситуации. На самом деле провокационные ситуации. Первый шаг. Второй, он тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию. И третий, он хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы, причем не по его вине. Вот в чем все дело. Вот нехитрая комбинация. Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду.